Всем привет! Привет, мои подписчики, просто зрители моего канала. Хотел бы сегодня снять видео, показать как бы видео сравнение. Вот я сделал форму из Tektra 202. Это вторая моя форма, которая получилась. Вот она такая, ну, гнется, хорошо гнется. В этот раз уже проходил полностью всю форму кисточкой. Перед тем, как ее залить, уже видео про это не снимал. Длинное видео получилось первое, поэтому уже, ну, в принципе, принцип-то понятен. По смазке использовал ту же смазку. Пока что использовал только восковую смазку. Хочу следующую форму сделать с вазелином, тогда уже выложу видео, покажу. По крайней мере, моменты из видео покажу. Сейчас просто по формам. Вот она, форма из мастики полиуретановой у меня есть. Вот я сделал камушек уже, первый отлил с этой формы. Вот получился вот такой вот камушек. Вот. Уже немножко в цвете его сделал. Вот. Есть у меня полиуретановая форма. Полиуретановая форма. Точно такой же камушек. Просто вот немножко в другом цвете я его сделал. Хочу показать разницу по формам. Во-первых, делал полностью формы, чтобы, ну как, понять, отличия есть или нету. Делал все с одной матрицы. Что эта форма делалась с одной матрицы. Я сначала сделал форму с полиуретана, с матрицы. Потом сделал форму с этой же матрицы, ее обработал заново, все почистил, обработал. Сделал из нее форму из того же Tektra. Во-первых, камушек, вот вы посмотрите. Разницы особо большой нет. Уже пузыриков таких нету, как на кирпичике у меня получилось. Вот, посмотрите. Это оригинальный камушек, как бы. Сейчас поближе сделаю. Вот. С этой, с полиуретановой матрицы. Это с Tektra 202 камушек. Видите, в цвете отличия только в цвете. Так, отличия нету по камушку. Один и тот же камушек. Что хочу сказать по форму. Это с этой формы, она очень эластичная. Намного эластичнее полиуретана. Полиуретан как бы пожестче немножко. Мне, по крайней мере, кажется так. И отличие очень большое по весу. По весу. Вот я специально даже взял весы. Вот две таких палочки здесь поставил. Я их уже оттарил. Все видно. Как это вот. Я их раз в ноль оттарены. Две палочки, чтобы можно было форму положить. Сейчас попробую положить полиуретан одной рукой. Конечно, попробую. Ой, блин. Секундочку. Вот. Положила на весы полиуретан. Ой, Tektra мастика. Получается у нас на весах 10 килограмм 130 грамм. Вот. Это мастика Tektra. Теперь полиуретановую. Секундочку. Так. Это полиуретан. На весах. Все видно всем. 6155. Сейчас попробую. Видно, не видно, видно. 6155. Вот разница в 4 с лишним килограмма. Получается по этим формам. Так, сейчас я. Но по камушку. По камушку и по весу. По весу, по геометрии. По геометрии разницы абсолютно никакой. Вот берем камушек с Tektra, камушек с полиуретана. Они абсолютно идентичны. Нигде не выступают, ничего, нигде не края, края неровности нету на краях. Они все одинаковые. Как бы. Даже, я бы сказал, с полиуретановой формы тяжелее камушек доставать, чем с Tektra. Из-за того, что оно мягче. Не знаю, насколько залива, конечно, хватит. Попробую, посмотрю. Вот. Но доставать даже из нее полегче. Из мастики Tektra. Из полиуретановой формы даже потяжелее камушек доставать. Все, такое небольшое сравнение. Ждите следующих видео. Буду следующую форму делать. Всем спасибо за просмотры, за ваши лайки. Всем пока!